По поводу развода, общались друг к другу, естественно, тот событий. Такое отношение мой развод имеет к бизнесу. Мой бизнес процветает. У меня в этом месяце две свадьбы, одну отыграли, следующая будет 30-го. И в следующем месяце. От того, что вы женитесь или не женитесь, ваша профессиональная деятельность будет хуже или лучше. Умные люди вон стоят в очереди, к моему офису. Если у людей свадьба происходит, и находят они людей себе, и партнеров для души, наверное, это является результатом. Причем здесь мой развод? Мне, конечно, приятно, что вы беспокоитесь о моем бизнесе. Не надо беспокоиться, у меня с ним все хорошо.